преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечают 1 октября. Ярких красок в жизнь людям золотого возраста добавили артисты Центрального дворца культуры праздничной программой «Осень жизни. Молодость души». Музыкальные поздравления выступающих не оставили никого равнодушным. Зрители с большим удовольствием подпевали любимые мелодии. Особенно приятно в этот день получать подарки. Специально для виновников торжества народный коллектив «Веснушки» представил абсолютную новинку. Музыкальный номер от мальчиков ансамбля под названием «Пастушок». Также в этот день наша съемочная группа прошла по всем кабинетам Центрального дворца культуры и собрала целый букет приятных слов и пожеланий от артистов в адрес бабушек и дедушек. Посмотрите, что из этого получилось. В день пожилого человека я хочу пожелать здоровья, любви, уважения близких и родных им людей. В этот день я хочу поздравить всех бабушек и дедушек с этим прекрасным днем, пожелать им здоровья, счастья, теплых солнечных дней. Пожелать им самое главное – здоровья. И приходите к нам на концерты. Мы будем очень рады вам петь. Конечно же, в первую очередь, это крепкого, самого крепкого здоровья, любви большой, огромной. Пусть вашим миром правит только настоящая искренняя любовь ваших родных, ваших близких, ваших детей, внуков. Самое главное, я бы хотела пожелать здоровья крепкого, чтобы вы никогда не болели и всегда радовали нас своим присутствием. Желаю вам долгих лет жизни и благополучия в семье. Чтобы дети всегда не забывали. Внуки, гости приходили, всегда поздравляли. Чтобы настроение было всегда хорошее. Традиционный праздничный концерт в очередной раз доказал, что жизнь продолжается, и в любом возрасте она прекрасна и интересна. Виктория Семенова, Виталий Узгринко, телеканал «Фурманов ТВ».